Каждая многодетная семья имеет право на безвозмездное получение земли, предназначенной для садоводства или участка под жилищное строительство. Такой закон был принят в Нижегородской области в 2011 году. Изначально попасть в список могла любая многодетная семья, но в 2015 критерии для претендентов изменились. Сейчас не просто многодетная семья может получить такой участок, а семья, которая признана малоимущей, и плюс как бы по площади, если семья имеет на каждого члена семьи менее 11 квадратных метров жилой площади. Не менее важное условие попадания в список – семья не должна была в ближайшие 5 лет умышленно ухудшать свои жилищные условия. Сейчас в нашем городе в списке числится 280 семей, и первые 34 уже получили оповещение, и 30 августа между ними будет проведена жеребьевка участков. Эти участки находятся в садоводчестве «Мотор». Это от КП 8 километров в сторону Арзамаса. Не стоит путать программу получения земли по ДЖС и получения участков, предназначенных для садоводства. Если в первом случае стать собственником земли возможно только при условии, что за определенный срок семья построит там дом, то в этой программе все гораздо проще. Пройдет жеребьевка. Вот эти участки под садоводство площадью 600 квадратных метров, 6 соток, будут переданы человеку, семье, пропорционально количеству членов семьи в собственность, без необходимости построить там какое-то строение. И использовать только вот в целях ведения садоводства, огородничества. Получив участок в собственность, семья может даже продать его. Но стоит помнить, что попасть в список можно только однажды. Для того, чтобы стать претендентом на землю, один из родителей должен подать в администрацию в кабинет 231 соответствующее заявление и приложить к нему необходимые документы, список которых можно найти на сайте администрации. Более подробную информацию можно получить по телефону 9 90 37. Мария Руинч, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.